Сразу 76 новых случаев заражения в области ковидом за последние сутки. Больше всего в Старом Осколе. 32 положительных теста. Департамент здравоохранения области сообщает о смерти еще двоих пациентов с подтвержденным COVID-19. Это 79-летняя оскольчанка и 86-летняя белгородка. В ковид-госпиталях региона сегодня 989 пациентов. 24 из них находятся в реанимации. Амбулаторно проходит лечение 2304 человека. На данный момент полный курс вакцинации прошли почти 295 тысяч жителей области. Привились первым компонентом более 400 тысяч.